Татарстан пережил ускорение, ускорился темп политической жизни. Оказалось, что есть куда ускоряться, даже в Татарстане, где быстрый темп событий. Привет, империя! Ты победила, Татарстан рейсизировался за день. Президенту Татарстана срочно преобразовали в главу Райсе буквально за пару дней. А ведь хотели по красоте. Замысел был компромиссным. До 2025 года Миниханов президент, потом Рустам Миниханов переизбирается главой Раисом Татарстана. Ну, или не переизбирается, если не захочет. Нет сомнений, что народ Миниханову доверил бы. Но тут президент Татарстана встретился с президентом России. В таком большом хозяйстве, которое под вашим руководством находится, не может не быть каких-то проблемных вопросов, таких, над которыми надо еще работать, или таких, которые еще не решены на должном уровне. Может быть, с них и начнем. И как-то все ускорилось. Мы, разумеется, считаем, что это случайное совпадение событий. После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанного с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня проекта закона Республики Татарстан. Ускорение политического процесса сказалось даже здесь. Скорость подобралась к первой космической. На изготовление поправок парламентариям отвели 30 минут. Ай, полчаса, я извиняюсь, да. Ну, если кто-то заготовил, подготовить поправку тоже непросто в этих условиях. Марат Гадыевич Галеев, ветеран и корифей парламентаризма, сумел таки вставить 5 интеллигентных копеек. Марату Гадыевичу опыта не занимать, меня он должен помнить почти ребенком, а мальчик, видите, вон как вымахал. Вы хоть орфографию поправьте, насколько мог сдержанно, заметил Марат Галеев. Вы посмотрите, там технического брака полно с 38-й поправки. Вот как написано и нам дано, вы этот технический брак хотя бы исправьте. Исправления были внесены, Раис вышел из-под пера законодателей. В тот же день закон о внесении изменений в Конституцию был подписан президентом Минихановым. Через 10 дней после подписания изменения вступят в силу. Вот так свобода и умирает. Под гром аплодисментов. Черт не та перебивка, вот сейчас будет нормальная. Головы посыпаны пеплом, слезы пролиты, бабушка татарского национализма Фаузия Апабайрамова дежурно плюнула ядом в Бабая и Абзыя. Давайте без истерики. Снявши голову, по Раисе не плачут. Ушел не светлый поезд татарской государственности, ушла эпоха. Эпохи имеют свойство меняться. Федерализм сменяется униформой. Витки спирали повторяют историю. Вслед за смотром строя и песни придет разноголосица. Закрутили гайки на время спецоперации. Время крутить гайки, время собирать камни. Россия слишком разная. От одинакового названия губернаторы не станут одинаковыми. А Раис губернатором не станет тем более. Опыт не работает, сейчас слишком быстро все меняется. Наша любовь к флагам и символам – это любовь к корням. Но мир каждый год создает новый айфон. И мы сумеем создать новую конституцию Татарстана. Она не будет лучше или хуже конституции 92-го года прошлого века. Она будет новой. А все новое – это… Ну, вы понимаете. Это был «Недовольный треугольник». Ставь нам лайк на Ютубе, ракету на Рутубе и какашечку в тележеньке. А сиюминутные политические амбиции не надо ставить выше стратегических интересов Татарстана. Басбулдырабыс. Скоро увидимся. Вот так свобода и умирает. Под гром аплодисментов. Иблис попутал. Опять не та. Вот сейчас будет нормальная конечная заставка.